сомневался Петров и в древности главной находки – иконы, которую обнаружили в нише Клементия. Икона овальная, на толстой железной пластинке, покрытой эмалью, поверх которой уже писалась красками. Со времен тех дореволюционных считается, что это Адигитрия, путеводительница, изображение Богородицы с младенцем Христом на левой руке. Вот только нарисованное здесь далеко отлично от большинства подобных икон. Нет присущей Адигитрии сокращенной подписи «Митер Феу Иисус Христос», то есть «Матерь Божья Иисус Христос», нет нимбов. Реалистичная манера в изображении фигуры и одежды маленького. И у него странное лицо. В течение времени повреждение краски, да, не так уж икона и повреждена. Только ли мне кажется, что на лице три глаза? Не послужит ли эта загадочная икона ключом к разгадке Зверинецких пещер? А ведь эта икона была, коли прав Каманин, одной из древнейших славянских икон, дошедших до 20 века, если не самой древней. В 1934 году скит над пещерами закрыли, икона исчезла. В разных источниках можно прочитать, что эта же икона была чудесно обретена в 2000 году. Однако нашли в 1999 году в церкви села Селище Барышевского района только серебряный оклад от иконы, подаренный в свое время Живаховым. А новую икону нарисовал в 2000 году художник Вовченко по дореволюционному снимку, причем с отличиями от него. Эту-то современную икону в окладе начала 20 века показывают теперь в Свято-Троицкой церкви Ионинского монастыря. На картинке окрестности Зверинецких пещер в 1914 году во время крестного хода сюда из Лавры. Возможно, фотограф стоит спиной к склону в пещеру и лицом к улице Ломаковской, ныне Мичурина. После открытия Зверинецких пещер 1911 года около них создали подчиненный лавре скит на 40 монахов и возвели церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы с боковым пределом, посвященным святому Иоасафу, чудотворцу Белгородскому, тому самому родичу князя Живахова. Предводительствовал отец Валентин в миру Каратенко, перешедший сюда игумен Ионинского монастыря. Валентин одолжил у Живахова подъемные деньги, 1700 рублей, и стал принимать вклады от желающих поселиться при строящейся обители. Доход приносили и паломники. Деятельность братьев и паломников привела к тому, что пещеры начали осыпаться. В 1913 году раскопки приостановили. Между тем продолжали впускать паломников. В 1914 году Эртель настаивал на закрытии пещер для паломников, чтобы не усугублять. И, казалось бы, настоял, да вышло иначе. Валентина отстранили, что, впрочем, не могло вернуть пещеры в первоначальное состояние. При временном духовном безначале, читай, при Живахове, в 1915 году по причине возведенного сверху подземелья храма часть пещерных ходов укрепили оштукатуренным кирпичом, другую часть – досками. Затем скит перешел под управление иеромонаха Никанора, с которым даже Живахов не сумел договориться о продолжении археологических работ и ремонте пещер. Фото 1914 года, слева направо, Никанор, Живахов, Валентин. Разве что в 1917 году, когда очередной участок пещер стал совсем уж аварийным, Никанор разрешил позаботиться о подземелье, но с пользой для скита, дабы в придачу починили крышу над пещерной церкви. В том же году в Зверинецких пещерах похоронили отца Валентина.
Еще один удар по пещерам нанес в 1918 году взрыв летом пороховых складов Зверинецкой крепости, обваливший часть коридоров. В том же 18 году скит вышел из ведомства Лавры и перешел к монастырю в Церковщине, где в марте, опасаясь большевиков, с братом Николаем скрылся Владимир Живахов. К августу того же года, впрочем, ставший чиновником по особым поручениям при Министерстве внутренних дел правительства гетмана Скоропадского. А в 1925 году скит обрел самостоятельность. Но вернусь к взрыву 18 года. Поверхностный скит тогда тоже претерпел разрушение. Несколько позже взамен прежней церкви построили новую в честь иконы Богоматери, всех скорбящих радость. В окрестностях при взрыве открылись еще два пещерных хода. В то время Киев был под немцами и гетмане Скоропадском. Его правительство сразу после взрыва объявило, что построит на разрушенном зверинце свой центр, состоящий из сейма, сената, генштаба, зданий 12 министерств. Осенью 1918 года известному спелеологу и археологу, кстати, выпускнику Киевской духовной академии Игнатию Яковлевичу Стелецкому, он считается одним из основателей движения московских диггеров, большую книгу Стелецкого «Подземный СССР» так и не издали. Впрочем, опубликованы другие его работы о подземельях, среди них книга, посвященная поискам библиотеки Ивана Грозного. Так вот, этому-то Стелецкому поручили провести исследование подземных пустот зверинца, выдержит ли навалившуюся власть. Стелецкий подбирался к здешним пещерам еще в 1913 году, но Эртель не захотел с ним сотрудничать. И вот в январе 1919 года Стелецкий приступил к работе. Кажется, его больше заботила не застройка зверинца, а сами пещеры. Стелецкий писал: «В археологическом отношении встала передо мной тяжелая, значительная и в полной мере интересная задача – доказать, что открытые уже пещеры на зверинце есть только продолжение катакомб старинного выдубицкого монастыря, непосредственно соединенного подземными нитками, соединениями с современным наземным выдубицким в такой же мере, как так называемые ближние или дальние пещеры с Печерской лаврой». Дневники раскопок и статьи Стелецкого хранятся в Российском государственном архиве литературы и искусства. 208 листов. Посмотреть их у меня нет возможности. Сведения о них черпаю только из сторонних отрывочных источников. Стелецкий взялся исследовать один из возникших после взрыва провалов, что вел в древнюю пещеру с шаровидной комнаткой, где было в кавычках «детское погребение». И лежали плиты сланца, древние плоские кирпичи, плинфы, еще какие-то предметы, будто великокняжеских времен. Наверх от комнатки в сторону зверинецких пещер шел коридор с боковыми нишами, в коих тоже были захоронения. Получается, этот провал был ниже по склону, чем зверинецкие пещеры 1911 года. Другой провал явил подземелье со стенами, обшитыми истлевшими досками. Его расчистили на 21 метр. Вход туда был размыт водой. Назначение этого помещения не определили. Ни среди обычных монашеских пещер, ни крепостных подземных коридоров паттерн с таким не сталкивались. Стелецкий собрался продолжать археологические работы, застройка зверинца тормозилась, а потом власть переменилась и вопрос отпал. Чем завершились исследования Стелецкого, я не осведомлен. Между тем, скит на зверинце продолжал существовать, и паломники посещали пещеры. В 1924 году Живахов принял в скитской церкви монашество, как Иоасаф,
Два года жил в ближайшем Ионинском монастыре, а в 1926 перебрался в Зверинецкий скит и получил сан епископа. Последующие 11 лет с перерывами лагерь, ссылка, тюрьма и так до расстрельного приговора тройки при УНКВД по Курской области 04.12.1937 по обвинению в руководстве контрреволюционной фашистской организации церковников. Приговор был исполнен в тот же день. В 1934 году скит закрыли, постройки со временем разобрали. В 1980-х я нашел на его месте дореволюционный кирпич, кажется, с клеймом Х. Волков. В 1965-м в Зверинецких пещерах была проведена археологическая разведка, о которой я знаю только, что исследователи установили, будто во время фашистской оккупации в пещерах прятались люди. В том же 65-м исторический памятник получил охранный паспорт, переоформленный в 2009 году уже для нового реестра. В 1979 году пещеры посетили археологи из Киевской лаборатории спелеологических исследований. Тогда-то, надо полагать, и передвинули будку нужников в сторону от входа в подземелье. В конце 20-го столетия паломничество в пещеры возродилось. Музей Киева провел реставрационные работы. В начале 21 века в усадьбе с пещерами возвели два храма и возник монастырь, а окрестности постигла тяжелая перестройка. На месте скромных стареньких домиков, белеющих через листву садов, огороженных кривыми заборами, вдруг возникли терема за крепостными стенами, коих устрашился бы сам Батый. Летом 2017 года мы с Дашей Кананюк посетили Зверинецкие пещеры, побывали там впервые. За толстой, обложенной камнем стеной усадьбы множество церковных зданий, соединенных друг с другом и покрывающих склон. Двери, лестницы, все построено добротно и основательно. В церковной лавке мы разговаривали со служителем церкви, который познакомил нас со священником. Тот любезно проводил нас в пещеру и рассказал много полезного. Если о нераскопанном ходе в сторону Ионинской церкви мы знали, то сведения про нераскопанный же ход в направлении Выдубицкого монастыря был новостью. Дойдя с нами до половины пещеры, священник оставил нас одних, и мы продолжили осмотр. Несмотря на жару снаружи, снизу было столь холодно, что изо рта шел пар. Пещера основательно укреплена, местами оштукатурена. Высота потолков в коридорах, кроме одного места, более чем достаточно для прохождения посетителей, еще запасом. Освещения не было, кроме взятого с собой. Священник и Даша держали в руках свечи, а я фонарик. Пустые комнатки, я избегаю слова келья, указывающее на место жительства монаха. Так вот, пустые комнатки по обеим сторонам коридоров ничем не защищены, а вот наполненные костями закрыты черными коваными решетками. Некоторые имеют длину явно меньшую, чтобы там лежа мог поместиться взрослый человек обычного роста. Даже если это чисто погребальные ниши, то для тела детского или подросткового роста. Между тем, среди комнаток были такие, где можно находиться сидя. В одной по бокам было два лежака, а между ними выемка. Современные Зверинецкие пещеры я могу назвать скорее пещерами, созданными недавно на основе древних пещер, поскольку от седой старины в нетронутом виде не осталось ничего. Да и сама окружающая местность преобразилась.